Всем большой привет, друзья! Здравствуйте! Стартует новый тур в лучшей лиге мира. Мелбет Первая лига. Потихонечку раскочегаривается новый сезон. Сезон 24-25. И мы обращаем свой взор на стадион «Нефтяник» в Уфе, где сегодня одноименный клуб принимает Тюмень. А если брать противостояние вообще уфимских и тюменских команд, то впервые они сыграли еще в первенстве РСФСР в 55-м году. Тогда уфимский «Спартак» дважды был сильнее тюменского «Динамо» 1-0 и 3-1. Но это давным-давно забытая история. Сейчас новый виток в противостоянии Уфы и Тюмени. И Тюмень начинает очень бодро с длинной передачи. Туда практически в штрафную площадь тюменские футболисты заставляют у своих ворот практически хозяев поля стараться действовать чуть более организованно. Подача через штрафную. И вот он, первый гол, пожалуйста. Чуть ли не первая атака тюменской команды. Такая более осмысленная, чем это было в самом начале встречи. Заброс в штрафную площадь. Удар головой. Первый удар по воротам Олега Баклова. Не успел я еще составом хозяев поля вас познакомить, как Тюмень уже выходит вперед. Вот такое бодрое начало от команды гостей, от команды Игоря Менщикова. И поздравляем мы футбольный клуб Тюмень. Передача через центр. Она ведь адресата здесь достигает. И можно продолжать, и можно уже бить в ударную позицию. Фактически сейчас выходит Алия Кемфак. И еще одна попытка. Едва второй мяч не оказался в воротах Олега Баклова. Да, большие вопросы, что происходит с уфимцами. Сейчас пока Тюмень в этом смысле смотрится интереснее. Опаснейшие удары, добивание 2-0. И было ли положение в игре? Скорее всего, нет. Никакой системы ВАР не существует. В Мелбет Первой лиги арбитр указывает на центр. А это значит 2-0 в пользу Тюмени. И Олег Баков, по-моему, даже ничего не высказывает своим партнерам, игрокам обороны Уфы. Прекрасно понимаю, что здесь все недоработали. В том числе и капитан, наверное, мог чуть лучше этот мяч отбить. А так Артем Воропаев принимает поздравления. 2-0 в пользу Тюмени. И совершенно потрясающим образом первый тайм складывается для команды Игоря Менщикова. Но теперь уже опять не об этом. Атака Уфы. И это будет пенальти, скорее всего. А если и не пенальти, то как минимум желтая карточка, красная карточка. Прямая красная карточка. Вот так что. Казалось бы, Давид Шалохов выручил команду. Произошло это буквально минуту назад. Но опять провал в обороне. И теперь уже действительно полпоследней надежды. Разбегается хозяева поля. Немножко небрежная передача. Здесь Гуренко. Харлачев, равно как и большая часть людей на трибунах на стадионе «Нефтяник», немножко выдохнули. Сейчас забили. Мигран Агиян отыгрывает один мяч. И вот уже совершенно другое настроение. Да, Андрей Савин с плотным ударом соперника первым справился, голкипер гостей. Но с добиванием Миграна Агияна с близкой дистанции справиться было уже значительно тяжелее. 2-1. Подача штрафную площадь. Пока без акцентированного удара. Прострельная передача. Бить-то кто-то будет. И бьет. И забивает. 2-2. Уфа сравнивает счет на 65-й минуте. Александр Першинок, да? Один из защитников уфимской команды. Додавили, дожали. Дотянули до этих 2-2 футболисты Уфы. И нет. Это был Денис Кутин. Причем чуть ли не пяткой забивал Кутин. Молодцом. И не потому, что пижон, а просто потому, что других вариантов не оставалось. Только так можно было нанести удар по вороту, не потеряв времени. 2-2. Резкая стремительная подача. И рядом со штангой мяч пролетает. Честно говоря, казалось, что уже в сетку летит. Разыгрывает угловой удар. Хозяева поля. Подача еще одна. Мощный удар головой. Добивание есть. Нужна хорошая подача, штрафная площадь. Гюстаров грузит туда мяч верхом. И мяч рядом со штангой пролетает. Готов был к такому повороту Андрей Савин или нет? Большой-большой вопрос. Хотя счет 2-2. Удар по воротам рядом со штангой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Камиль Мулин. Ну, уже просто нужно грузить, а уже нет никакого смысла, потому что финальный свисток звучит. 2-2. Отличный футбол мы сегодня понаблюдали в Уфе на стадионе «Нефтяник».